Здравствуйте, люди русские, великороссы, малороссы, белорусы. Здравствуйте, люди русского мира, татары, башкиры, якуты, буряты, дагестанцы. Здравствуйте, братья и сестры во Христе, судари и сударыни, товарищи, братья-казаки. Мы вступаем в год, который, безусловно, является продолжением нынешнего. В этом году началась так называемая специальная военная операция, а практически братоубийственная война, война, в которой сошлись две взаимоисключающих ипостаси ее. Это борьба мировой за кулисы, которая стравила нас и украинцев в этой войне, и война наша, русская, война русского мира за освобождение территории матери земли русской, Киева и других городов. И единственным шансом, пожалуй, который нам уже Господь оставил на земле, это именно превратить вот эту войну, войну национально-освободительную, войну за освобождение русского мира и нас обеих от национального социального угнетения. Без победы в этой войне жизни для нас не будет. Если мы проиграем эту войну, а такой вариант нельзя исключать, хотя бы даже умозрительно, нас, русских, не будет. Может быть, не сразу. Ни в этом году, ни в следующем. Но погибнет сама идея русского мира на земле. Погибнет идея российской державы, как удерживающей на земле мир от зла и сохраняющей добро на земле. Но чтобы победить нацистов на Украине, нужно внести туда правду. Этой правды у нас сейчас нет. И российская армия сейчас воюет за ту Россию, которой еще нет. Ее еще не видно, эту Россию, но она уже есть внутри, в душе. И я обращаюсь, прежде всего, к солдатам, сержантам, прапорщикам, мичманам, офицерам действующей армии. Вы воюете за правое дело. Не за Абрамовича, не за Авинов, не за Фридманов, не за мячные трубопроводы, не за зерновую сделку Путина и его дружков. Вы воюете за русскую Россию, за Россию русского мира. Еще раз говорю, это союз Великой, Малой и Белой Руси. И мы увидим эту победу. Безусловно, победа будет. Но она будет только через наше мужество, через нашу стойкость, через нашу борьбу. Давайте сделаем так. Каждый из нас, поднимая новогодний бокал за будущий год, пусть пожелает сам себе веры и мужества и приготовить себя к тому, что когда начнутся события, они начнутся, что он, она, всем своим родом, семьей встанут за землю русскую, за правду советского социализма. Вот этим предложением, этим пожеланием я хочу закончить свое выступление. Духа и веры в победу. Тогда победим. Честь имею, полковник Клочков.